Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 24 сентября, среда. Я рада всех приветствовать на телеканале ТДК 42 в программе «Доброе утро». Чтобы этот день начался по-настоящему хорошо, нужно это утро встретить в нашей компании. В ближайшие полчаса мы расскажем вам о самом новом, интересном, ну и, конечно же, полезном для нас всех. Итак, сегодняшнюю нашу программу начнет рубрика «Разминка». И прямо сейчас вы должны приступить к физическим упражнениям. Доброе утро, друзья! Сейчас мы с вами займемся утренней зарядкой, чтобы подготовить ваше тело к рабочему дню и зарядиться положительной энергией. Заниматься зарядкой нужно регулярно, в идеале каждое утро. Добиться впечатляющих результатов можно только при постоянных тренировках. Когда вы только встали с кровати, потянитесь вверх, встаньте на носочки и тянитесь к небу. Тем самым мы начинаем потихоньку просыпаться. Ноги на ширину плеч и разминаем мышцы нашей шеи. Левую сторону. Четыре. Правую сторону. Раз. Два. Четыре. Наклоны головой вправо-влево. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вперед-назад. Раз, два, три, пять, семь. Закончили упражнение. Сейчас мы разомнем наши плечевые суставы. Двумя руками круговые движения вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Для улучшения координации движения правая рука вперед, левая рука назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В другую сторону. Правая рука назад, левая рука вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили упражнение. Разомнем наши локти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем махи руками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили упражнение. Встаньте, потянитесь вверх, в стороны, улыбнитесь и похвалите себя за то, что у вас получилось преодолеть лень. Вы молодцы! Сохраните на весь день полученную от утренней гимнастики бодрость и хорошее настроение. Ничто не красит женщину, как правильно подобранная юбка. Согласно своему росту, весу и телосложению, юбки бывают разные. Самое главное – выбрать свою, самую хорошую, красивую, ну и, естественно, чтобы вас она тоже украшала. В рубрике «Будьте красивы» мы расскажем о юбках очень много интересного, поэтому смотрите внимательно. Юбка – это та часть женского гардероба, которая в разнообразии своих стилевых воплощений не знает границ. Каждый новый сезон становится очередным доказательством этого, к счастью для тех, кто отрицает брючный унисекс, предпочитая ему женственность. Юбки 2014 года имеют одну интересную особенность. В этом году больше нет дизайнерского давления по укоренению в сезоне преимущественно длинных или, наоборот, коротких юбок. В моде разные варианты длины. Остается определиться с наиболее подходящим стилем и комбинациями.
Самый горячий тренд 2014 года, который соединяет классику женственного стиля, строгость стиля делового и, несомненно, сексуальность, который подчеркивает эта юбка, облегая все округлости дамской фигуры. Таких юбок в гардеробе не может быть много, и если раньше модели «Карандаш» были преимущественно однотонными и сдержанными по цветовому решению, то сейчас дизайнеры будто стремятся воплотить этот продолжительный пробел, предлагая яркие многоцветные юбки, которые не изменяют только одному – своей строгой линии, идущей прямо по линии бедра. Обладательницам стройных ног не терпится продемонстрировать свои природные данные, и они могут легко это сделать при помощи юбок из осенней коллекции 2014 года. Дизайнеры снова удивительно единодушны, представляя на подиуме широкие юбочки, плиссированные в форме колокол классического покроя или асимметричные. Длина таких юбок от колена и выше до ультра-мини. Цвет чаще всего яркий, но без узоров. Однотонность и насыщенный оттенок юбки предусмотрены не случайно, так как именно такой дизайн позволяет, во-первых, не перегрузить образ деталями, а во-вторых, комбинировать юбку с разными вариантами верха. Длина миди уже давно никому не кажется старушечьей. Наоборот, ее все чаще выбирают юные девушки, которые заботятся о том, чтобы быть на пике моды. Это, без сомнения, остромодная длина может оказаться опасной, если соединить ее с неправильным верхом, разом разрушая всю современность образа. Чтобы юбка миди не выглядела устаревшей, ее следует носить с рубашкой с подвернутыми рукавами, со стильным приталенным укороченным жакетом, с топом с открытым животом, со свитером с глубоким V-образным или просторным округлым вырезом. Майонез – это соус, который появился во Франции. Сейчас он приобрел такую популярность, что стал, пожалуй, отдельным плацдармом для различных экспериментов. Сегодня мы расскажем о пользе и о вреде майонеза. Оказывается, там есть о чем поговорить. Рубрика «Будьте здоровы» всегда на страже вашего здоровья. Возможно, повсеместно распространяемая идея, что майонез – нездоровый продукт, на самом деле очередной миф. Давайте посмотрим на ингредиенты, которые входят в состав. Яйца. В яйцах содержатся аминокислоты альбумин – самый полезный для человеческого организма белок. А желток – источник холина – незаменимый компонент В-витаминного комплекса. Нас пугают холестерином, которого в яйцах якобы содержится в избытке. Однако, чтобы получить суточную норму холестерина, нужно съесть не менее 80 яиц. Масло. Подсолнечное, оливковое, рапсовое или другое растительное масло, которое входит в состав майонеза, это продукт для здоровья, поскольку именно масло содержит полезный холестерин и ненасыщенные жиры, источник энергии, которая легко усваивается. Растительное масло предотвращает заболевания сердечно-сосудистой системы и закупорку сосудов. В его состав входят витамины Е и F. Первый защищает организм от вредного воздействия окружающей среды, второй нормализует обмен веществ. А еще масло помогает усваивать витамин А, который замедляет старение. Уксус убивает вредные бактерии, а его яблочный сорт даже отбеливает зубы. Только домашний майонез считается полезным, однако если его приготовить неправильно или хранить слишком долго, можно получить серьезное пищевое отравление. Майонез вредно для здоровья. Вредным считается именно коммерческий майонез. Он перегружен кислотами и консервантами, нейтрализующими вредные бактерии и продлевающие жизнь продукта. Яйца, которые входят в состав, не имеют ничего общего с натуральностью. Чаще всего это яичный или соевый лецитин – разнообразные эмульгаторы, которые лишь придают майонезу классический вкус. Кстати, популярен майонез только на территории постсоветского пространства. Во всем цивилизованном мире его предпочитают не более 5% жителей.